что одной, что другой команде. В основном плей-офф. Кливленд отлетел от Солт-Лейка отчасти, конечно. В принципе, это равный, наверное, даже по статусу оппонент. Сезона космический, просто ход набрала, обыграла практически всех номинальных лидеров чемпионата. Очень мощную команду собрала. И, конечно, когда первая встреча была выиграна под плюс 40. Вот, а так при нем это сама по себе команда была, куда заточена под быстрый отрыв, особенно и возможность победы, что, на мой взгляд, было бы для них весьма, конечно же, неплохо. А может даже и подсократить даже дистанцию. Хоть как-то. Осуществил перехват. Бикин уже разгоняет атаку. Доверяет мяч Чеснову. Не особо будет. Они, видимо, спешить с атакой. Паша Попов наматывает круги, а Чеснов бросает. Шаяхметов один в один против Попова. Внутрь не прошла сейчас передач на 99-го. Но тот под кольцом оказывается и оказался. Приносит плоды для своей команды в атаке. Чеснов накручивает соперника, доверяет Паше Попову, но тут прямо в руки отдает мяч Шаяхметову Вадиму. Для гладких Александра набрать свои первые очки. Точнее, очко уже. Но это скорее не данная, а скорее физическая форма ему располагает. Паша Попов. Да, основной Чеснова. И с зависанием трех от Чеснова есть контакт. И тут коллективным трудом они все-таки добились своего и удалось защищаться. Цепляев, Евростепс. Классно, классно сейчас разобрался. Создал себе небольшое преимущество. Выскользнул у него мяч из рук. Хотя больше выглядит скорее, что Паша Бикин хотел несколько действий одновременно сделать. Точнее, сначала одно, потом другое. И при этом этот процесс... Сменное решение произошло у него буквально за доли секунды. Паша, это Ян Сайгашкин. Внутрь никто на маневр для броска. Ну, там, конечно, проблема была весьма в такой ситуации. Это все реализовывает, но что есть, то есть. Попов, хорошая передача, как в это время. Там не до конца качественно партнер открылся сейчас. Попов на скорости переводит сейчас на чужую половину. Берется, пошел на пролом. И сейчас... На Константина Береза и тут внутрь. Волга, Петя Волка практически так же, как и Береза Константин. Паша Попов. Вот доходит передача раз за разом. Константин Береза стоит и ждет. Немного расклеились, хотя поначалу достаточно добротная их атака смотрелась. И Скрипник в несколько передач. И Чеснов открытый. И Огио. Дальше разворачивается на Попова. И цепляет, пытается раскачать. Надо за счет работы рук. Но тот Бикин в итоге просто отошел от него, понял, что... Ребята, до победного, до конца. Спивак пытается продавить сейчас, но Скрипник все круто выбил. Ну что, сверху Константин Береза. Быстрый отрыв сейчас. Хорошо, сейчас все правильно сделали. И плюс 10. Кливленд начинает все дальше и дальше отъезжать. И Бикин. Нет, не удалось. 21-33. Уходим на перерыв. В эфир долгожданная вторая половина у нас стартует сейчас. Не бросает мимо, пока Шаяхметов так немного с опаской посмотрел на соперника и сразу атака. И Курносов Марк, ай-яй-яй, лишняя передача была с его стороны, поспешил немного. И очень быстрый темп сейчас взяли, что одна, что другая сторона. Ну, это не мудрено, в принципе, ребят. Спивак. Ой-ой-ой, разошлись, как буквально все. Меняет. И Цепляев решил трешку попробовать. Ой-ой-ой. На дурачка такая, конечно, немного залетела. Пробежка, да. Была все-таки пробежка у Паши сейчас. Конечно, немного так не понимающе, немного смотрит на судью, но что делать? Больно расслабленно. Они больно расслабленными. Они вышли сейчас внутрь на Пашу Попова. Вот и Паша забивает. Пол свистят. И сразу никого не ждут совершенно. Ребята, сейчас из Кливленда. Сразу на чужую половину. Часов не стал бросать. А Бикин открытый. Идут. Спивак отошел назад через руку. Ой-ой-ой.
в этом конкретном владении. Бикин и... Ой, вот сейчас Бикин как раз таки был. Шейхметов в низкой посадке с дриблингом на кроссовере отдал. Вроде не совсем удобная передача на Волкова. Тот под ногой мяч провел. Береза сопровождал его. Ложная передача на Скрипника в угол. И потеря все заканчивается. Снова на Спивака. Напряжение сыграли. Смог к нему помешать. Не смогли. Спивак в ударе. Обрасывает немного. Скрипник на подборе. Теперь уже ответная атака. Достаточно быстро происходит. И Бикин, три, с быстрой атакой, с быстрой атакой проходит. И за колено при этом Паша болезненно держится достаточно. Видимо, там на контр выпаде ему не очень баский забег. Дарт Вейдер, Спивак, и еще плюс два копилку своей команды. Скрипник и внутрь на березу, прошло. В конце третий. Перевод дальше на Сайгашкина. Ищет. Увидел Скрипника. И тот решил попробовать. И Скрипник отблагодарил. Шейхметов. Забегание внутрь. С небольшой напрыжкой. Есть. Прошел очередной без старты. И последнее владение, надо полагать. Если, конечно же, оно не будет таким же быстрым, как и, наверное, 30 предыдущих. Попал! Буквально. Спивак еще пошел, но не судьба в этот раз. А Зайгашкин вылавливает. Итак, мы снова возвращаемся в эфир. Четвертая заключительная четверть. Матч противостояния между Вашингтоном и Кливлендом. Кливленд держит дистанцию, но при этом у Зайгашкина, у Бикина 10 и у Чеснова 5. Вот, если говорить про Вашингтон, то на удивление пахнет такой... Дёрк Новицкий в стиле Спивака. И тут Берёза и пытался сейчас провоцировать. Чеснок. Это на дриблинге раскачать. Хотя больше даже за счет корпуса Айгашкин дошагнул, чтобы этот мяч зашел. И ой-ой-ой! Цепляем, смахивает мяч от Бикина. Хотя Бикин что-то сложное придумал, возможно, более таран бросает немного. Чеснов, нет, не Чеснов, Шейхметов. И двое в одного сейчас. И там уже Глазков забегает, и тот с разворота чуть-чуть не добрасывает, но... Ой-ой-ой. Береза в одно касание на Бикина, ну что, третье. Ай, обидно сейчас. Пока что самое большое по итогам двухсерийного противостояния. В общей совокупности за 60 уходит преимущество сейчас у Вашингтона. У Кливленда, прошу прощения. И после небольшой возни под кольцом мяч достается Вашингтону. И едва-едва Курносов не занес мяч сверху. Но это... Он немного запутался на дриблинге. Тут Шейхметов сразу же пытается у него мяч выбить. Однако он обезопасил партнеров своих от потерь. И... Не глядя, дает на Пашу Попова, тот с получения нету. Все нету и нету. И тут космически быстро перебрасывает сильно, гладких еще остается еще. И опять потеря. И дальше на двоих. И Бикин еще. Матч, вы не уже себе обеспечили выход. Вот, а следующий матч будет последняя игра Дюка. Дюк Блю Дэвилс, возможно, скорее всего, будет последняя игра Дюк Блю Дэвилс в этом матче. Вы не можете себе обеспечили выход. Вот, а следующий матч будет последняя игра Дюка. Дюк Блю Дэвилс, возможно, скорее всего, будет последняя игра Дюк Блю Дэвилс в этом году.